Сегодня указом президента России на должность министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии назначен полковник полиции Владимир Нефедов. А начальником управления МВД России по Брянской области стал полковник полиции Алексей Солдатов. Их представил личному составу министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. В мероприятии приняли участие начальник МВД России по СКФО Сергей Бачурин, глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Было отмечено, что оба руководителя прошли большой профессиональный путь, долгое время работали в подразделениях криминального блока, хорошо знают специфику и тонкости оперативно-розыскной деятельности. Министр поставил перед ними ряд приоритетных задач, в числе которых преступления в сфере незаконного ввоза оружия, оборота наркотиков, экстремизма, а также имеющих принципиально важное значение в масштабах страны, связанных с выборами президента России. Владимир Колокольцев констатировал, что в сфере обеспечения экономической безопасности и борьбы с коррупцией имеется положительная динамика. При этом многие приоритетные направления остаются общими. Обозначу ряд из них. На фоне проведения специальной военной операции сохраняются риски нелегального ввоза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Необходимо наращивать усилия по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с их незаконным оборотом и изъятию средств вооружения. Также на постоянном контроле должна оставаться работа по предупреждению и пресечению криминальных посягательств против личных и имущественных прав граждан, совершенных с использованием IT-технологий. Еще одно общее направление – противодействие незаконному обороту наркотиков. Благодаря взаимодействию органов государственной власти, Министерства внутренних дел, органов госбезопасности и мудрой созидательной позиции жителей республики, в республике сохраняется общественная и социальная стабильность. Вы также уже говорили, это тоже самый важный момент, я считаю, особую актуальность вопроса безопасности приобретают в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в марте текущего года. И я абсолютно убежден, что сотрудники МВД по Карачаево-Черкесской Республике во взаимодействии с органами власти всех уровней успешно справятся со стоящими перед ними совместными задачами по содействию реализации избирательного права граждан и обеспечению безопасности граждан. Разрешите поблагодарить вас за оказанное высокое доверие. Все ваши указания и поручения будут выполнены в полном объеме. Личный состав Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике работоспособен и готов к выполнению всех поставленных задач.